тебя говорит. Слышь? У нас с Ириной разные ориентации. У нее на сказку, у меня на моду. И поэтому я не просто дала я сейчас пытаюсь вспомнить, как говорится по-русски, не просто дала свое согласие участвовать в этом замечательном празднике, а я очень хочу в нем участвовать. Потому что с тех пор, как я стала вести курсы стиля, я встречаю огромное количество женщин и мух. Мух поменьше, кстати. А вот огромное количество женщин, которым не нравится, как они выглядят. Причем при том, что они выглядят, как все мы, нормально. Но они понимают, что они одеты, в принципе, нормально, но, может быть, даже модно, но стиля нет, и они себя не чувствуют в своей тарелке. Или, скажем так, в своей коже. И для того, чтобы понять себя и найти, наконец, свой стиль, который так тесно сопрягается с тем, как мы себя ощущаем, уверенно или неуверенно, а уверенность, неуверенность, она сопрягается с нашей сексуальностью, а наша сексуальность сопрягается, в конце концов, с нашим счастьем. Я-я. Да? Видите, как все это глубоко получается? Ты про кого? Просто меня всегда поддерживают, поэтому спросила. Вот поэтому мне очень важно объяснить одну вещь. Откуда берется собственный стиль? От того, чтобы примерять на себя весь мир. Вот вы берете весь пласт трендов, начиная с первого тренда. Какой у нас был самый первый тренд? Фиговый листок? Да? И вот начиная с первого тренда, то есть фигового листка, вы примеряете все, все века, все возможно. Но где это примерить, кроме как, скажем, карнавала? И вот тут появляется такая гениальная возможность, причем не просто с помощью, скажем, каких-то познаний истории или Vogue 1235 года, отреставрировать какой-то костюмчик средневековый. Нет, появляется возможность привнести в личный стиль какие-то элементы, которые нам кажутся, или мы знаем, мы уверены, что они из того времени. И посмотреть, а как я выгляжу? А не круто ли это? А не добавляет ли мне это чего-то в моей личности такого, что не замечалось до сих пор? Поэтому мне очень нравится, что Ирина так четко поделила. У нас будет очень много призов. Угу. У нас целых 6 приза на первое, третье место. Первая номинация – это стилизация костюма. То есть, начиная с легенды, с которой вы подаете этот костюм, заканчивая вот макияжем, заканчивая всеми деталями, вот всем-всем-всем, чтобы действительно соответствовало выбранному образу. И максимальное приближение, скажем, вот к времени, которое вы выбираете. И второе – это уже свободный микс. То есть можно прийти в джинсах, можно прийти в спортивной куртке и напялить диадему 13 века. Да? И если это будет смотреться органично и стильно, вот стильно – это именно то слово, которым это обозначает сейчас в моде, потому что мода очень эклектична. Опять же, первых 3 места. А, кстати, у нас там какие призы? Кто победит, тот узнает, проверили. Мне так, да, ну... Не получилось. Ну вот, что я еще могу к этому добавить? Все? Буду.